Здравствуйте! Сегодня будем готовить тесто для куличей. Также можно из этого теста выпечь вкусные сладкие булочки. Тесто вам обязательно понравится. Оно будет приготовлено на топленом молоке. Я его возьму пол-литра. Добавлю 400 грамм сахара, 250 грамм сливочного масла растопленного и 75 грамм дрожжей. Дрожжи у меня хлебопекарные, вот такие прессованные. Можно добавить сухие, но с этими будет лучше. И 6 яиц. Тесто не быстрое, так как оно должно выстояться, вот эта предварительная заправка должна выстояться 8 часов. Я взбиваю яйца хорошенечко. Соль сейчас сюда не добавляется. В молоко я раскрошу дрожжи. Хорошенько вымешиваю с молоком. Молоко теплое, не горячее, а теплое. Сюда же я введу сахар. И опять размешаю. Небольшими кусочками. Масло растопленное, но не до конца. Я его из холодильника вытащила и в микроволновке подержала 2 минуты. На минимальном режиме. Вот оно получилось такое мягкое. И выливаем нашу смесь из дрожжей, молока и сахара. Вымешиваем. Накроем и оставим на 8, как минимум на 8 часов. Очень хорошо ее сделать вечером. И она у вас постоит ночь, ничего с ней не произойдет плохого. Вот в таком виде мы закрываем. Закрыв пленочкой, потом укрыв полотенцем, мы оставляем при комнатной температуре. Нам остается приготовить килограмм муки, 150 грамм изюма. Его нужно запарить, чтобы он распарился. Чайную ложечку соли и 1 столовую ложку коньяка. И, конечно же, ванилин или ванильный сахар.